Почтальонам в сельских поселениях связи предложат взять на себя дополнительные функции для того, чтобы они могли зарабатывать больше денег. Об этом пишет парламентская газета. Пройдя специальную подготовку, почтовые служащие смогут диагностировать заболевания и проводить несложные медицинские манипуляции. Кроме того, им предложат в свободное время поработать и в сельских библиотеках. Подобные проекты уже реализуют в некоторых регионах. Опыт хотят распространить на всю страну, отмечает издание, приводя в качестве примера Ульяновскую область, где был запущен проект «Почтальоны здоровья». Большинство опрошенных жителей Забайкалья поставили единицу правительству Забайкальского края по итогам работы за первую половину этого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса. На предложение просим вас оценить правительство края по пятибалльной системе. Участники опроса выразили следующее мнение. 2% поставили правительству пятерку, 1% четверку, 10% тройку, 16% двойку. 71% оценил работу министров на единицу. Всего в опросе участвовали 710 человек. Ранее такой же оценки удостоился и губернатор Забайкальского края Александр Осипов. АО «Дальневосточная управляющая компания», основной акционер ПАО ТГК-14, досрочно погасила денежные целевые займы, предоставленные энергетической компанией в 2022 году. Отмечается, что за это время ТГК-14 получила свыше 600 миллионов рублей дохода в виде процентов. Ранее в мае компания объявила и о прекращении залога акции в судебном порядке. О деталях процесса изданию «Коммерсант» накануне рассказал председатель совета директоров этой компании Константин Люльчев. В Забайкалье на выборы губернатора не будет онлайн-видеонаблюдения, как это было на президентских выборах в марте. Об этом заявила председатель избирательной комиссии края Светлана Судакова на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами. Председатель общественной палаты края Сергей Новиченко, отметим, что он же по совместительству и кандидат в депутаты законодательного собрания Забайкальского края от ядра по центральному одномандатному избирательному округу, заявил, что на предстоящих выборах планируется задействовать 2000 общественных наблюдателей. Напомним, о желании участвовать в выборах объявили пока 10 человек, в том числе действующий глава региона Александр Осипов, экс-прокурор края Максим Шипицын и депутат Госдумы Юрий Григорьев.